Следственные органы продолжают выяснять, были ли махинации при покупке автобусов за бюджетные деньги. Накануне силовики провели обыски в офисе депутата Гордумы. По информации пресс-службы УФСБ региона, оперативные мероприятия проводили контрразведчики. Производится обыск следователем в рамках возбужденного уголовного дела. Вот один понятой. Так, и переходим в другую комнату. По версии следствия, при закупке автобусов региональным УФАС еще в 2017 году были выявлены нарушения. Сообщалось, что муниципальное предприятие объявило аукцион на покупку подержанных микроавтобусов Ford Transit и Mercedes. Как считают сыщики, тогда документацию сделали под конкретного поставщика. В результате якобы контракт с фирмой депутата был по максимальным ценам.